когда мы затеяли всю эту кухню, выбрали режиссера, Леонид нас, я ему отдал свои наработки, показал 5 этапов продаж, он прочитал, сказал, все отлично, а теперь пиши дальше. Я говорю, стойте. Я говорю, мы вроде как хотим заказать. Он говорит, у тебя все хорошо, пиши дальше, продолжай писать. Сейчас, конечно, когда пришли на съемки, это вообще очень интересный процесс. И вот даже отсняв даже первую страницу текста, а там их там более 30, понял одно, что кино должны заниматься профессионалы снимать, и как любое, в принципе, дело. Камера, мотор. Идет. Очень интересно наблюдать за работой всего коллектива, который сейчас находится на площадке. Некоторые вещи, конечно, для меня не совсем понятны, но вот то, что касается именно режиссерской работы и работы актеров, это, конечно, очень интересно. За этим интересно наблюдать, слушать, как это все происходит. Без хорошего уровня, скажем так, режиссера, ну, я так понимаю, что ни один даже суперпрофессиональный актер не потянет. Режиссер, конечно, здесь и царь, и бог, что называется. Он направляет, и так порой очень грамотно направляя роль или игру актеров. А профессионализм актеров выражается в том, что они, конечно, как они умеют перестроиться под пожелания, скажем так, или советы режиссера, это просто, конечно, поражает. Хотите стать больше и быть лучше? А, да, да. Вот это. Как, выделяет. Да, хорошо. Хотите это? Поможет. Да, это. Да, давайте, давайте. Это. Да. Это. Все. Так, уперся. Так, понял, заблудился. Разворачивайся. Не тот он. Прямо обходи маму. Мама опять пошла дальше. Дальше. Опять заблудился. Да что ж такое? Да. А, значит, Вероника, смотришь, показывай. Туда, папа. А, да. И мимо нее проходите, прям мимо продавщицы. Ага. Это почувствовать. Что мой. Да, да. Прекрасно. Эти ролики, на мой взгляд, все, я сбилась. Эти ролики, на мой взгляд, могут стать очень актуальными, нужными и полезными. И мы постарались не в скучной манере донести суть, как общаться с клиентом, как себя вести, да, а все-таки с таким, ну, легким юмористическим уклоном. Он говорит один, ага. Потом ага. Он говорит ага. И начали. Ага. 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 С улыбкой сделай. Ага, 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 ага. 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 Стоп. Стоп. А позвали также настоящих актеров, да, чтобы это, ну, было достаточно зрелищно, интересно и, ну, подольше удерживать внимание зрителя. Реклама – двигатель торговли, реклама всегда нужна. Учиться никогда не поздно, то есть учение – свет. А у нас фильм про свет. И третье – 5 минут смеха – это стакан сметаны. То есть мы накормили и рассмешили, надеюсь, большую аудиторию.
компания, во, команда, во, режиссер, во, Третьякова, во! Посмотри, посмотри, ой, ты ляпочка, посмотри. Когда ты работаешь в сфере обслуживания, ты должен совместить одновременно кажущиеся такими перпендикулярными вещами. С одной стороны, быть обходительным, а с другой стороны, не терять чувство собственного достоинства. 31-33-1. Тишина, пожалуйста. Камеры идут. И начали. Как вас зовут? Шамиль, да, вам нужно... Прекрасно, разноцветные люди. Вот здесь вот хорошие. Везде прекрасные люди, любые, но лучше от 20 тысяч. Все то, что придумано в тизере, это очень хорошая штука, очень хорошая идея для тех, кто временно ли, постоянно ли будет работать продавцом в этой отрасли. Ну вот опять же, надо идти, вот если ты работаешь, вот решил стать продавцом, ну ты вкладывайся в это, елки-палки, а то получается, что ну я здесь побаландуюсь, получу свои деньги и уйду. Да нет, надо все равно вкладывать себя. Надо, как у нас говорили педагоги, тратиться. И даже на такие профессии, как вроде бы продавец, да, ну что тут такого? Да нет, тоже надо вкладывать, это работа с людьми. Прекрасная лампа. За 6263 рубля. Продано? Нет, нет, нет. Ну, это такой эконом-вариант. Светильник. А со стороны все кругом смотришь, ну, такие серьезные, потому что, ну, видно, что делают работу свою, да, профессиональную. А как бы, когда окунаешься в этот съемочный мир, так можно сказать, сначала, да, на самом деле, довольно-таки очень интересно это все. В некоторых моментах прям забавно даже наблюдать за этим всем процессом. Очень интересно. И окончательный продукт, который получится, я думаю, будет просто бомбой. Мне понравилось, громче, когда меня папа тянул из-за стола. Что еще? Что тебе еще понравилось? Рисовать. А еще? Когда чихать. Чихать весело с нами было? Сниматься весело было? Да. Да. Вот Федя вырастет. Вот это поколение, кто-то наверняка захочет заниматься продажами. И не только ходить вот по залу продавать товар, но и через интернет продажи. То это должен быть определенный подход. Это должен быть определенный подход к людям. И мне кажется, это очень правильно, что они не надо будет на практике, а они посмотрели, впитали и уже стали работать на другом уровне.